Дорогие подписчики Арефа Соуп, спешу сообщить вам, что несмотря на военные действия, которые происходят на Украине, бренд Арефа Соуп нашел в себе силы и возможность продолжать работать даже в отсутствии единственного неповторимого человека в этом бренде – меня. Я нахожусь сейчас в Болгарии, однако вас все равно есть возможность заказывать продукцию. Вам будет все собирать и оформлять моя семья в лице моей мамы, папы и мужа. Поэтому вы можете делать заказы через сайт, вы можете писать мне лично, я буду передавать дальше в отдел сборки и в отдел доставки. И надеюсь, что все будет хорошо, и вы не заметите разницу. Заказывать можно все из основного ассортимента, даже можно пробовать заказывать жидкие гели для душа и шампуни. Единственное, по ассортименту, там в остатках мыло для тела и твердые шампуни для волос, там уже нужно будет уточнять и смотреть, что есть, чего нет в наличии. И твердые плиточки для умывания тоже есть, но в небольшом количестве, и опять же нужно будет уже смотреть по наличию. Так, это хорошая новость. Теперь как бы вторая хорошая новость. Все заказчики, которые и в Болгарии, вы можете делать заказ. Вам будет отправлен заказ из Украины, но оплата на карту, которая у меня здесь уже оформлена в Болгарии. Это карта Revolut, она работает на прием платежей со всего мира. Также хорошая новость для тех, кто захочет сделать заказ из любой страны мира. В Украине заработал PayPal. Опять же, карта Revolut позволяет получать платежи абсолютно спокойно. Следующий момент. Для клиентов, заказчиков из Беларуси и России сейчас отправка невозможна по многим причинам, и одна из них чисто банально простая, логистическая. Укрпошта не отправляет сейчас посылки в эти две страны, и у вас нет возможности оплаты. И самая важная новость для тех, кто сделал заказ до 24 февраля и не получил его. Я сейчас буквально в течение нескольких дней восстановлю все заказы, распишу их, мои родители их соберут, мы свяжемся со всеми людьми, чьи заказы потерялись по какой-то причине, и будем делать отправки. Как-то так. Hello, my dear customers from the abroad, from Poland, from Bulgaria, from Italy, Spain, Germany, and other countries all over the world. I am happy to announce that my brand Arefa Soap for now works, functions, despite the fact that I myself not in Ukraine, I am in Bulgaria. But you can make an order via the site, and my family will gather your order, and my husband will send it to you. The payment now is much easier because for already a month PayPal works in Ukraine. I have a Revolut card, banking card. You can pay easily for now. Very important thing for those customers who made an order before the war starts here in Ukraine, and I didn't send it to you or whatever happens. For the nearest 2-3 days, I will renew all these orders, and will
contact with all of you, and we will decide if the order is still okay, and my family will gather it for you, and they will send all the orders for you, so there is no need to wait for me till September or October or whatever. So good day, sunny weather, good news, and hope this will give you an opportunity to try a reef soap. So the procedure now is with payment is much easier, and this makes us closer to each other. Have a good day. It was nice to contact to you. Bye bye.